Моя любимая карта. Мелкий захолустный городишко, в котором нет лайма. Тоже ничего не поняла. Почему хочу? Бля, такая возможность была. У меня RGB подсветка отключилась. Все плохо. Такая херня. Ты ведь меня ждала. Все. Вот почему меня дважды приспомнил. Что? Нихуя себе. Нихуя себе. Нихуя себе. Понравилось? Нет. Сделай так, что тебе понравилось. Укуси меня за жопу. Я откушу полностью. У, блядь. У, блядь. За упоротая хрень. Блядь, нет. Что? Выстрел насквозь. Камон. Камон, бро. Тупая хуйня, тупой хуйни. Я тупее этого я еще не видела. Нет! Да! Я буду дар стайлить. Да ладно. Вот. Я нажал на мышку, но ничего не произошло. Humiliation. Мне дали humiliation. Симметрия от меня перчатка включила, все, humiliation. Да. Это тоже была с перчаткой. Мой сладенький. За фигня. Ты что за говно? Да. Ты не нравится. Бля! Очень тупой. Самый тупой матч на свете. Это было такое сосалити. Еще что с моей, что с твоей стороны. А чё заебись? Блин, иногда это стекло прозрачное, иногда оно твердое. Блять! Ах ты сосалька! Засосали его. Блять! Без комментариев. Не комментируйте! Так тебе и надо. Может быть, я тоже умею кемперить. Маленькая мразота. Ты мелкая слабая хамка. Ах, нет, не слишком. Черт. Да ладно. Come on. Sister. Ты где? О нет.
Вау. Видишь, хорошо там сидеть, мразоты. Нет! Как так вышло? Не твоя, вот и бесишься. На самом деле, когда у тебя было меня пристрелить и все такое, но твою мать. Че? Как у меня было два раза фейловых, вот. Сейчас не должен был попасть. Да, ты промазан. Ты упал? Угу. Пытался провернуть старый трюк с колонной, ничего не вышло. Перемазить. Неправильно там кемперишь. Чтоб кемперить на этой точке. Двигаться не нужно. Блядь. Это неправильная пчела. Это неправильный. Не осуждай меня. Я разработчик, но я не господь. Видишь, ты не можешь попасть, ты ничего не можешь сделать, если просто занять правильную позицию. Неожиданно, а? Я тоже подумал, что это будет прикольно. Ебанутый. Ты не ожидал, что это будет так. Если бы я сделал это на полсекундочки позже, я бы упал тебе прямо на голову. И ты бы просто успел только охуеть. Кто за меня с перчатки из угла? Я даже не знаю, что смешнее. Я зря рассказал свой адский план. Как заставить тебя просраться. Детка, когда ты шифтуешь, ты меня волнуешь. Справилась? А, исправилась. Да ладно. Come on. Это уфу сильнее, чем твое. Нига. Зато я могу так. Правда, ты можешь вот так вот. Это полностью меня дизейблит, но... Это не я. Меня подставили. Поймал. Опа. Что ты сказал? Я тебя поймал. А ты сказал жопу. Я просто сказал тайм-аут. Нет. Блять, я второй раз покупаюсь на это говно. Что добавь воды? Я что, диплом что ли пишу? Интересный подход. Реализация подкачала. Ты все равно сидишь. Бля, мне пиздец. Я еще и джамп этот зафейлил. До конца, вот просто как мразота полнейшая. Я еще и джамп этот зафейлил, прикинь. Все настолько плохо было.
я съебалась бы уже оттуда 40 раз. Я же сделал предупредительный выстрел. Просто промазал. Блять, я знал. Я знал. Я знал. Ну ты постоянно здесь сидишь. И там, на этой сраной рокет-платформе. Ты там постоянно сидишь, на этой рокет-платформе. Какова моя натура? Блять. Чувственно. Я ожидал, что мы немножко потупим, а потом я приду и отжарю тебя перчей. Найс! Блядь, кажется, я начинаю всирать. Эли. Всираю. Ты не достоин моих привилегий всирать. Ну, вылазь, ёп. Нет. Вылезло быстро, блядь. Че за хуйня? А надо сидеть! А надо сидеть! Блять. Никогда не удается. Я думал, что я упаду. Мне никогда не удаются эти боковые выстрелы. То есть, когда я сбоку, а вы по прямой летите. Это просто пиздец какой-то. Они должны быть с какой-то... Ты поставил выстрел! Зачем ты сделал рил джамп? Ну, нужен. Оооо! Меня сейчас просто могло на халяву забрать. Я с перчаткой был. Ну давай. У тебя время идет, тебе 10 фрагов сделать нужно, Вера, высовывайся уже, блин. Уже все равно не выиграю этот матч. Выиграешь, у тебя есть шанс. Ты можешь сделать попытку. Давай. Покажи личико, блять. Ну пожалуйста. Не читай. Отойди назад. Не читай, давай. Вперед. Не читай, давай. Да, да. Не, я уже не выиграю. Блять. Не знаю, я могу очень быстро всрать 10 фрагов. Просто с какой-нибудь феноменальной скоростью. Чел, о какой победе может идти речь? А феноменально крутой. Нет! Нет! Да! Блять. Ты меня волнуешь. Нихрена себе. Я причем проверял, смогу ли я простреливать стекло. А все не просто. Че, она выпала? Класс. Но эта люстра, она физическая, понимаешь, через нее нельзя прыгать. Если ты об нее споткнешься, то упадешь. Блять.
Слегка посралась. Я люблю, когда ты обсираешься. Привет. Блять. Ну смотри, ты успел опорнуть. Ты успел чуть проораться. Да, я так и знал. Блять, я сменился, но не успел чуть-чуть выстрелить. Навелся. Да я сменился. Нет. Блять, я не хотел наступать на джампар. Хотел, но ты наступил. Шпанец, дочек.